Привет. Что? Я говорю, привет. Привет. Тебя как зовут? Меня? Елена. Красивое имя. А меня зовут? Олег Сергеевич Кривцов. Дежурный инструктор. 30 лет. Разведен. От первого брака двое детей. Мальчик и девочка. В клубе работаешь недавно. С понедельника. Не понял. Да расслабься, Кривцов. Я владелец этого заведения. Что у твоего анкета? Тебя, кстати, менеджер по персоналу предупреждал, что флирт с клиентами у нас не приветствуется. Простите, но я совсем не то имел в виду. Я хотел вам... Ладно. На первый раз прощаю, но на будущее ты все-таки имею в виду. Кстати, классная прическа, Кривцов. Кто-то она телефон не берет. Долго еще тренироваться-то? Не знаю, Илья Валерьевич, но вообще-то пора бы уже. У нее ровно через час интервью на телевидении. Интервью, говоришь? Значит, опять трубку не возьмет. Ведь я тут слышал, она деревообрабатывающий завод в Макаревске собирается покупать. Илья Валерьевич, вы лучше эту тему с ней лично обсудите. Вы же знаете, Елена Андреевна не любит, когда... Я понял, понял. Бизнес-секреты. Я, собственно, чего звонил-то? У нас с Еленой сегодня годовщина знакомства. Юбилей, можно сказать, 10 лет. 10 лет? Поздравляю. Мы с ней договаривались вечером встретиться по этому поводу. Просто хотел еще раз напомнить. Женщины вечно ведь все забывают. Короче, ты ей передай, что я буду ждать ее, как и договаривались, в 19:00 в ресторане. Понял. Обязательно передам. Давай. Вить, это что, коньяк? В 11 утра? Не рановато? Ну, это я для тонуса, если так можно сказать. Всю ночь с документами по заводу работал, честно. Голова вообще не соображает. Елена Андреевна, сделал как обычно. Спасибо, Слайк. Ну и как там с документами? С документами все в порядке. Там кое-где нужно вашу подпись поставить. Скажите, а к чему такая спешка? Может, мы на следующей неделе поедем и все спокойно разрулим? Нет, ведь мы поедем в Макаревск завтра рано утром. Сейчас мне на телевидении, а ты подготовь, пожалуйста, документы. Я приеду в офис и все подпишу. Понял. Кстати, Илья Валерьевич только что звонил, просил передать, что ровно в 19 часов будет ждать вас на месте. Отлично. Поздравляю. С чем? Ну как же, у вас же сегодня годовщина знакомства. Точно. Я забыла. Сегодня же 5-е, да? Так, мне пора бежать. Это я конфискую. А это тебе. Елена Андреевна, это вам от Ильи Валерьевича. Спасибо. Узнаю Илью. 10 лет прошло, он все такой же. Ладно, поехали на канал, опаздываю. Что, барышни, доброе утро. Сыпа, сыпа, сыпа. Ну что, дружочек, привет. Просох наконец. Хорошо, сейчас тебя подправим. Андрюш, включай телевизор. Быстро. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Павлова. Ее смело можно считать успешной современной женщиной.
Жители столицы наверняка знают сеть спортивных клубов и фитнес-центров под брендом «Елена Спорт». Но не все наши зрители знают, что Елена также является организатором фонда «Милосердие для всех». Узнаешь, стерву? Итак, Елена, вы родились в небольшом городе и после окончания школы переехали в столицу, самостоятельно поступили в университет на юридический факультет и закончили его с красным дипломом. Все верно? Да, был такой факт. Потом вы работали 2 года следователем прокуратуры в небольшом городе районного значения. Так точно. Скажите, а почему вы ушли из прокуратуры? Думаю, просто поняла, что это не мое. Работа следователя – это скорее образ жизни, чем профессия. Здесь нужен определенный склад характера. И вы решили попробовать себя в бизнесе? Да, и не жалею. Поняла она. Ну, ты понимаешь, она поняла. Что ж так долго доходило-то, интересно, а? Засадить невинного человека в тюрьму, а потом вдруг она поняла. Ой, зла не хватает. Перестань, это было давно. А чего перестань-то? Ну чего перестань? Я девчонка еще была, а помню, как отец говорил, один нормальный мент был во всей округе, Андрей Золотов, и того подвели под статью. И она ж подвела. Левые показания свидетелей, взятка это была липовая. Она и просто следачка была, работала с бумагами и все. Ее вины тут нет, тут другие люди постарались. Она сама девчонка была. Андрюш, ты ее что, выгораживаешь, что ли? Послушай, я ее не выгораживаю. Пожалуйста, давай закончим этот разговор и все. Ну, она красивая, правда, стерва. Но этого не отнять. Ты знаешь, я чуть не заметил. Подлизывай. Это я тебе борщ сварила. Ты поешь пока теплый, а я вечером тогда приду. Послушай, я допоздна в мастерской буду, поэтому давай лучше завтра. А я с утра съезжу на рыбалку, рыбки пожарю. Куплю бутылочку белого вина. Ну, завтра так завтра. Только не обижайся. Не, не обижайся. Люблю я тебя, Андрюш. Я побежала, а то на работу опоздала. Я не очень люблю говорить на темы личной жизни, но вам отвечу. Нет, у меня нет детей, и в данный момент я не замужем. Лео, ты, как обычно, шикарно выглядишь. Давай выпьем за твою красоту. За тебя. Я так соскучился. Я тоже, Лёш. Сегодня вспоминала, как мы познакомились, помнишь? Море, солнце, Юрмала. Да. Ты выходишь на берег, как Афродита из пены морской. И все мужики смотрят только на тебя. Ну, не все, не преувеличивай. К тому же я тогда была на 10 лет моложе. Ну, перестань. С того времени совсем не изменилось. Лен, поехали после ужина ко мне. Прости, Илюш, я тоже по тебе очень соскучилась, но у меня завтра сложный день. Рано утром выезжаю в Макарьевск. Кстати, о Макарьевске. Я слышал эту историю, ты собираешься покупать деревообрабатывающий завод. Зачем тебе это надо? Но у тебя же нет опыта в этой сфере. Да, тут ты прав. Опыта у меня нет. Зачем тебе тогда это надо? Лёш, прости, это очень лично, я
Я как-нибудь в другой раз тебе расскажу, ладно? А как ты вообще узнала про этот завод? Ты что, специально интересовалась? Что-то со мной не посоветовалась. Нет, все получилось случайно. Бывший владелец завода умер, и тот по наследству перешел к его дочери. А она – жена моего давнего знакомого, Саши Сикорского. Он дипломат, работает в меди. Да мне вообще повезло. Там какой-то бизнесмен местный в Макарьевске хочет этот завод купить. Предлагал больше денег, но я попросила Сашу, и он по старой дружбе говорил со своей супругой. Она продает этот завод мне. Лен. Ты очень близкий мне человек. Очень. Ты это знаешь? Знаю. Послушай добрый совет. Не нужен тебе этот завод. Поверь мне, не нужен. Гешефт сделать там не получится. А вот серьезные проблемы поиметь можно. У меня есть к тебе другое предложение. Я тут в Болгарии присмотрел один участок. Хочу обустроить горнолыжный курорт. Мне очень нужен компаньон, которому я мог бы полностью доверять. Илья, предложение очень заманчивое. Но я уже приняла решение. Пойдем лучше потанцуем. Как думаешь, добазарится он с ней? Ты понимаешь? Он в этом не меньше нашего заинтересован. Вообще, я слышал, что это бывшая следачка, отмороженная наглухо. Серьезно? У Степанова с ней был совместный бизнес, а когда он с нами стал работать, с ней развязался. Боялся, что она может что-нибудь заподозрить. Ну, купит она завод, ну и что? У нее свои заморочки, у нас свои. Ты что думаешь, она про наши дела не узнает? Она же не дура. Быстро цепочку размотает. Завод должен отойти человеку, с которым мы сможем договориться. С ней договориться не сможем. Столько лет с прошлым хозяином все ровно было и на тебе. Кажется, Валерич едет. Скажешь? Она не согласилась. Стареешь, Илья. Совсем разучился с женщинами общаться. Ну что ж, придется мне самому этот вопрос решать. Вось, я твои методы знаю. Мы же договаривались, помнишь, что для меня ничего не должно случиться. Ну, раз договаривались, значит, ничего не случится. На связи. Вася, серьезно. Руку убрал. Что-то ты, Илья, стал нервный какое-то в последнее время. Ты валерьянки попей.
Говорят, помогает. Ничего не случится с твоей женщиной. Все будет с ней нормально. Мне лишнего шума не надо. Ну что ж, предложу нынешней хозяйке такую сумму, от которой она не откажется. Бывали проблемы и похуже. Все, давай. Заткнулся бы ты уже. Голоса у тебя нет и слуха тоже. Да ты сам заткнись. Из-за тебя полтора часа потеряли. Так что сопи в две дырочки и не встревай. Чего это из-за меня? Был там мост? Был. Я же говорил, есть навигатор. Его придумали для таких тупых, как ты. А ты я короткий путь знаю, я короткий путь знаю. Слушай, я в этот чертов Макаревск весной ездил, и был там мост. Ну и где он? Куда он делся? Ну а я откуда знаю? Ну, может, местные из ближайшего села на дрова растащили. Ты сам до села. Не было там никакого моста. Да. Так, замолчите оба. Краеведы нашлись. Имейте в виду, если к двум часам мы не будем на месте, я вас убью. Ясно? Ну что, Шумахер, приехали? Витя, уйди. Крестом Богом прошу. Что там у вас? Да вот, Елена Андреевна, колесо пробил. Да что ж за день-то сегодня такой, а? Сначала этот Сусанин, теперь... Чего ты стоишь? Запаску бери. И давай побыстрее, мы опаздываем. А ты не командуй, а иди и помоги. Капитан! Эй, капитан! У вас что-то случилось? Можно и так сказать. Колесо пробили. Бывает. Запаска-то есть? Вы местный? До Макарьевска сколько ехать? Часа три через лес, но там дорога очень плохая. Сколько? А быстрее никак? Никак. Только если по прямой. По прямой-то как? Ну как-как? По реке. У меня на лодке около двух часов занимает. Капитан, у меня к вам деловое предложение. Я очень опаздываю на встречу в Макарьевск. Может, вы меня подвезете на этом своем судне? Заплачу, сколько скажете. Шутите? Да мне сейчас не до шуток. Ну что, берете меня на борт? Долго еще? Витя, не стой над душой. Скажи Елене Андреевне, через 10 минут поедем. Итак, Золотов Андрей Евгеньевич, сотрудничать со следствием вы не желаете? Почему желаю? Знакомьтесь с протоколом допроса. Послушайте, я действительно 5 числа встречался с Михеевым. Но я никаких две или сколько там, 3000 долларов
У него не требовал, не получал. Хорошо, допустим, а что по второму эпизоду? Ну, это вообще бред. Я со Смирновым последний раз полгода назад виделся. Вот этот предмет вам знаком? Конечно. Ну, это пиратский фрегат. Он очень похож на флагманский корабль Эдвард Тича. Ну, по прозвищу «Черная борода». А корабль его назывался «Месть королевы Анны». Нет, отличия тоже есть. У Тича было 40 пушек, тут 36. И паруса не... Откуда он у вас? Так сам сделал. Ну, хобби. В детстве ходил в судомодельный кружок. И где эта модель у вас хранилась? В моем рабочем кабинете. А что? Потрудитесь объяснить, каким образом в этом паруснике было обнаружено $3000. Вот, протокол обыска. Ну что, едем? Да. Прошу на борт. Извините, секунду. Осторожно. Присаживайтесь. Елена Андреевна! Через 10 минут можно будет ехать. Я поеду водным транспортом. Не люблю опаздывать. А вы давайте догоняйте. Когда будете в городе, сигнализируйте посредством сотовой связи. Да, ну, а как же... Капитан, отдать швартовую. Есть отдать швартовой. Опа. Что-что? Погода портится. Это плохо. Да вы просто капитан очевидность. Вообще-то меня Андрей зовут. Долго сидеть собираетесь? Дальше все равно не поплывем. Что значит не поплывем? Может быть, дождь сейчас закончится. Вы слышите, как гремит? В грозу очень опасно на реке. Вы мишень для молнии. Давайте, вылезайте, мне лодку надо вытащить. Послушайте, капитан, мне нужно прямо сейчас в Макарьев. Меня там ждут, ты понимаешь вообще? А, то есть мы уже перешли на ты? Ну хорошо. Значит так, слушай меня. Вылезай из лодки. Живее! Давай, быстро, быстро. Ты посмотри, что творится. А, еще час назад на небе ни облачка не было. Да уж, прям апокалипсис какой-то. Да мы-то ладно. Как там Елена Андреевна, одна в лодке. Хоть бы беда никакая не случилась. Ну что там? Да что, связи нет. И ключи дома. Там глубина, обрыв. Пусти. Хочешь нырнуть? Да. Пусти, маньяк. Тихо, тихо. Успокойся. Скажи ты, в детстве косички носила? Что? Я говорю, в детстве у тебя косички были? С бантиками, да? С бантиками. А еще ты мечтала, что попадешь в беду и тебя спасет прекрасный принц на белом коне. Было такое? Было. Ну так считай, что он – это я. Ну, коня у меня нет, я его на лодку поменял. Все будет хорошо, пойдем. Куда?
Замок Черной Бороды. Пошли. Смотри, вроде правильно едем. Там перед мостом развилка, и нам направо. А вот абориген нарисовался. Сейчас у него и спросим. Добрый вечер! Вот и наш дом. Поднимайся. Ну и заходи. Что стоишь? Заходи, не бойся, давай. Давай, располагайся. На. Надень это. Чего стоишь? Снимай с себя все и бросай на пол. В смысле? Послушай, я на тебя не смотрю. Переодевайся, пока воспаление легких не схватило. Давай. Сейчас тепло станет. Сейчас. Трофимыч, давай за нас. За бродях. Я пас. Че, спекся, старый? Ну ладно, я один выпью. Я уже возле Трофимыч. Сейчас разберемся. Я понял. Лось, я понял. На связи. А, это ты. Водку будешь? Водку не пью. Трофимыч, нажрался уже, что ли? Ну, как видишь. Все, как договаривались. Мне что сказано было? Замочить всех, кто в машине. Ну, типа, там два мужика и баба должны были ехать. Только бабы там не было. Как это? Не было. Вот так не было. Шмотки женские были в багажнике, а бабы не было. Ты чего не пургу несешь, Шарпей? Была баба. Наши пацаны их в столице пасли. Своими глазами видели, как она в тачку садилась, и ты мне говоришь, бабы не было. Отвечаю, не было бабы. Когда тачка остановилась, водитель стекло опустил. Но я мужиков и зажмурил. Думал, она на заднем сиденье. Стекла у них тонированные, и дождь еще. Ни хрена не видно, сколько людей в салоне. Дверцу открыл, а сзади нет никого. И что мне делать? Сделал, как договаривались. Снял регистратор, документы и телефоны. И портфель забрал с собой. Котлы жмура. Мой трофей. Оставил себе. Ты же не возражаешь? Ствол где? Слышь, самурай, подвязывай, а? Я же тебе не школота, в болоте утопил. Документы бабы в машине были? Неа. Все пересмотрел. Шмотки ее в багажнике, в сумке были. Документов не было, телефона тоже.
мы разберемся. Что делать ты собираешься? Еще денек у Трофимыча перекантуюсь. А там есть пару точек. Ты не переживай. Понял. Ну тогда прощай, Шарпей. Ну, бывай. Я могилку уже вырыл. Поможешь? До места дотащить. Да не вопрос. Ты извини, у меня хлеба нет, но сухарями тоже, как говорится, пойдете. Я смотрю, у тебя тут запасов. Ну, а как ты думал? Я тут постоянно рыбачу, иногда несколько дней живу. Кстати, на, пей. Это водка? Я не буду. Это спирт. Считаю, что это лекарство. Давай, пей, не бойся. Главное, залпом. И сразу не выдыхай. Давай, 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 давай. До конца. Вот, закуси. Спасибо. Спасибо. Ты был прав, тепло такое пошло. Капитан, ты же меня споил. Чего ты смеешься? Споил и радуется. Вообще, после всего, что сегодня между нами произошло, ты обязан на мне жениться. Шучу. Но репутация у меня, конечно, подмочена. Ночую с незнакомым мужчиной непонятно где. Ты же, наверное, женат. Супруги, что скажешь? Нет, я не женат. Странно. Слушай, капитан, а что за дом это, а? Ну, мне этот дом в свое время еще отец показал, когда мы с ним здесь рыбачили. И о нем никто, кроме тебя, не знает? Сам удивляюсь. Хотя много людей по лесу шастает, и охотников, и рыбаков. А когда я сюда приезжаю, я чужих следов не нахожу. Как интересно. Может, он заколдован? Может. Ну что, Лен, давай ложиться спать. Ты ложись тогда на кровати, а я вон на полу лягу. Стоп. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я тебе не говорила? Так это... Ну... Ну, парень на берегу называл тебя это... Елена Андреевна. А, Виктор. Да. Называл. Ты прав, Андрей, нужно спать. Что будет завтра, вообще непонятно. Да утром разберемся. Личности установили? Пока нет, товарищ полковник. Ни денег, ни документов, ни телефонов, ни банковских карт в машине не обнаружено. Думаешь, ограбление? Возможно. Сейчас вон сколько отморозков развелось. Мэрс не угнали, а телефонами не побрезговали. Машину пробили? Так точно. Машина числится на Елене Андреевне Павловой. Кстати, очень непростая женщина, товарищ полковник. Владеет сетью спортивных клубов в столице. А лет 15 назад работала у нас следователем прокуратуры. Павлова, та самая. Да. О, тогда у нас серьезные проблемы, капитан. Кстати, эксперты считают, что третьим человеком в машине ехала женщина. В багажнике сумка с женскими вещами. А в салоне на заднем сиденье бутылка минералки. На ней следы губной помады. Ну, пока еще рано делать конкретные выводы. Ну, где она, эта женщина? Почему два трупа? Пока непонятно. Ну, работаем, товарищ полковник. Работаем. Значит так, прочеши мне вот тот лесок и докладывай каждый час. Каждый, понял? Так точно. Действует. Есть.
Павел Григорьевич, доброе утро. Полный бак заправь. Зинаида, здравствуй. Здравствуйте, дядь Паша. Случилось чего? Андрей пропал. Какой такой Андрей? Мой Андрей. Он вчера утром на рыбалку уехал, обещал к вечеру вернуться. И до сих пор нет. Ну, а погода вчера вы сами видели. И чувствую прям, что случилось что-то. Ну, не реви, не реви. Ну, ты ему звонить пробовала? Да не берет он телефон на рыбалку. Не знала я, Зинаида, что у тебя есть кто-то. Давно с ним живешь? 2 месяца встречаемся. О, серьезно. Успокойся. Скажу я своим хлопцам, найдут они твоего мужика. Как его фамилия? Золотов. Андрей Золотов. Золотов? Это не наш бывший участковый, который за взятку сидел. Дядь Паш, он не виноват, я знаю. Интересно, интересно. А куда он рыбачить, говоришь, поехал? А он обычно куда-то под Ванчурово ездит. Под Ванчурово. Ну да. Хорошо. Так вот. Ну где же она? Это я хотел бы тебя спросить, где она? Ты знаешь такого персонажа Андрей Золотов? Золотов, Золотов. О, участковый, конечно. На всю голову отмороженный. На меня рыпался. Ну чего, зона она и не таких вылечивала. Сейчас живет тихо, мирно. А что такое? Зинка Гусева, дочь моего дружбана школьного. У нее сейчас Золотовым шуры-муры. Говорит, что вчера утром он уехал на рыбалку под Ванчурово. Обещал к вечеру вернуться, до сих пор нет. Ну и что? Павлова это на зону его и упрятала, когда следачкой была. Ух ты, как интересно. То есть ты хочешь сказать, что он вычислил ее раньше Шарпея и похитил? А может, просто грохнул? Мотив железный, месть. Ну. Мотив действительно железный. Хорошо, а почему он этих двоих не убрал? Да черт его знает. У мертвых, как известно, не спросишь. Да,
При любом раскладе на этого золота мы можем повесить двух этих жмуров. Подфартило нам с тобой, шериф? Ведь золотого ни к заводу, ни к нашим делам не пристегнешь. Отлично. И следствие, и Степанов будут довольны. Но для начала нужно его найти. Да. И Павлову тоже. Живую или мертвую не имеет значения. Проснулась? Доброе утро. Доброе утро. Я тебе кофе принес. Кофе? Ага. Да ты волшебник. Только осторожно, горячий. А сахар есть? Извини, сахара нет, но зато каша есть, овсянка. Правда, на воде, потому что молока у меня тоже нет. Такое сокровище? И не женат? Тебе из одежды что-то подобрать нужно. Я выкинул твою одежду, потому что она превратилась в хлам. А в город в таком виде ехать, наверное, не камильфо. Посмотри, вот в этом сундуке. Вот. Мои старые шмотки. Ну, не Версачи, конечно, но зато чистые, сухие. Посмотри, может, что-то подойдет. Спасибо. Сань, вон, видишь, лодка? Давай к берегу. Что скажешь, его лодка? Да бес его знает, а? Может, его, а может, не его. Здесь лодок у каждого второго. Толстый, иди сюда. Смотри, что нашел. По-моему, здесь дальше следы. Толстый!